Всем привет! Это видео будет о моих новогодних покупочках в Fix Price. Оно будет небольшим, я его разделю по небольшим частям, чтобы смотреть было не очень долго. Давайте начнем с гирлянд, я хочу их зажечь. Я купила много гирлянд. Ну как много? Не особо, но достаточно. Первая гирлянда это вот такая, она стоит 99 рублей. Сейчас мы ее зажжем. Я бы не советовала вам ее покупать, чисто из-за того, что она перегревается. Во влоге я уже это выкладывала, но еще раз, кто смотрит отдельное видео, повторюсь. Она крутая, смотрите, как она хорошо смотрится на камере, но она перегревается. Вот только ее включила, она уже очень сильно нагрелась. В этом, конечно, ее проблема, потому что вы ее не сможете положить на какую-то ткань. Я боюсь, что она может просто загореться. Это очень страшно. Дальше мои любимчики. У всех уже я на ютубе их видела. Взяла себе тоже их. Они на батарейках, гирлянды. Я взяла красные. Давайте включим. Вот так они горят. Красные и синие. В одной комнате в студии у меня будет основной цвет красный. Елка будет зеленая. Красными шариками. И туда я взяла такую гирлянду. И удобно то, что она на батарейках, ее где угодно можно положить. А в другую комнату я взяла синюю. Я сделала, как видите, уже на канале есть видео вот это вот. Давайте украсим венок. Есть видео, как я делала этот новогодний венок. И синий цвет сюда в спальню идеально подойдет. Так. Сейчас уберем все некрасивые вещи. Дальше. Хочу вам показать вот такую вот снегурку. Она включается. И вот так вот круто переливается. Там еще есть Дед Мороз, и сейчас еще снеговики появились. Но, в общем, мне очень нравится. Давайте ее тоже поставим на задний фон. Дальше в этом видео, что я хочу вам показать, это коробки. Есть два вида коробок. Вот такой это я взяла в этот раз. Вот так выглядит. Открываем. Очень долго я их собирала во влоге, кто смотрел, видели. Видите, и единственное, нужно что-то сюда положить, чтобы их выпрямить. Но идеально, мне кажется, под подарки, под печенье. Я пойду еще скупать эти коробки, пока они не закончились. И хочу украсить ленточкой и класть туда подарки. Один подарок я уже собрала. Это киндер-сюрприза. Но это будет отдельное видео у меня на канале о моих подарках новогодних. Вот, и видите, сейчас я вам покажу. В наборе две штучки. Смотрите, вот так они открываются. То есть, если вы полностью заполните, то она выпрямится, эта коробочка. Просто то, что она вот долго лежала в таком виде. Такие крутые коробочки, кто их видел, бегите за ними, они суперские прям. Также я купила вот такую вот тарелку. Дед Мороза тоже на ютубе популярная. Прям вот такой выпуклый Дедушка Мороз. Давайте снимем. Ой. Проверим, снимается тяжело или нет. Ну да, что-то тяжеловато. Придется отмывать. Ладно, я этим потом займусь. Дедушку Морозу мы оставим тоже здесь. Так, продолжим давайте с вами. Сейчас. Купила вот такой светильник. Он очень ярко светит, он светодиодный. Мне он очень понравился. Много говорить я о нем не буду, потому что, в принципе, нечего о нем говорить. Тоже оставим на этом фоне. Кто хочет крутой фон себе на Новый год для своих новогодних видео, бегите в Fix Price. Дальше купила вот такую вот игрушку, мягкую, на елку. Та елочка у меня будет вот в таком новогоднем стиле. Мне это очень понравилось.
И она какая-то забавная. Единственное, тут вот странновато как-то. Ну, это, в принципе, крючок. Но на елке она смотрится, будет смотреться необычно. И сейчас я возьму последнее, что я вам хочу показать. Так. Это вот такая свечка. Ой, видите, она даже здесь переливается прозрачно и смотрится очень круто. Мы ее зажигали вечером, она очень круто смотрится. Здесь вы кладете свечку, можете поставить как вот так, можете поставить вот так. Мы вот так ставили. Видите, вот через огоньки она очень переливается, очень смотрится красиво. Так, ну, в принципе, это все. Что, если забыла показать, я вам покажу в следующих моих видео. Это все мои новогодние покупки. Надеюсь, вам понравилось, я была полезна. Ставьте лайки. Буду очень вам благодарна и признательна. Буду дальше продолжать снимать интересные новогодние ролики для вас. Их будет еще очень много. И всем хорошего настроения, удачного дня и всем до новых встреч. Пока-пока.